Слушай, это жесть так модно. Очень рваные джинсы. Как думаешь, это что? Перец. Это колпачок от суперклея, брат. Сейчас так модно. Похуй. Бабки брызги. Куплю новую. Блин, дебил. Проверь. Как тебе нравится? Просто сейчас так модно. Спасибо, братан. Ты долбоёб. Нет, такой неудобный момент. Блин, зря снял, сейчас так модно. Да я хотел с тобой поздороваться. Я снимаю шляпу, братан. Дама. Мясо из морозильника достань. Да, хорошо. Не забудь. Понял? Да понял я, понял. Все, давай. Ну просто очень много времени спустя. Уже почти все готово, мама. Сейчас, погоди. Ой, смотри, только что выпал снег. А давай сделаем след трактора. Люди подумают, что он одноколесный. Слушай, а давай заглянем в холодильник. Ну-ка, что у нас там? Он, как всегда, пустой. Вот заглянем туда через 15 минут, и там точно что-нибудь появится. Есть четкий план. А давай сложим этот фантик. Ну и зачем мы это делаем? Ой, смотри, это змейка. Это анаконда. 02-03. Может, пока порисуем? А то что-то он не кладет эту трубку. Здравствуйте. Можно забронировать номер, пожалуйста? Ну, ты просто обязан нажать на этот звонок. Так она уже здесь. Нажми. Еще. Еще. Я тебе его сейчас в жопу засуну. Че, мусорный пакет? Че? Откуда эта мелодия? Брат, я с первой секунды этого ролика хотел тебе сказать, что мы внутри социалки. Чё? Да, вот камера. Да блядь! Бро, теперь надо подъехать к нему и унизить его. Давай, бро, ты должен. Эй, нищеброд! Чё, денег на нормальную обувь не было? Убери. Блять, зачем я это сказал? Бро, а сейчас пройдет год. В смысле? Как? Слушай, вот год уже прошел. Ничего же не изменилось. Я не стал бедным, он не стал богатым. Понимаешь? В жизни так не бывает, долбоеб. Равиль. Равиль. Чего? У тебя спина белая. Ты весь белый. Поможешь тогда отряхнуть? Здорово, слушай, мы тут на шашлыки собрались, ты как, в теме? О, давай! Все отлично, я сейчас приеду, давай тогда подтягивайся. Ты что делаешь? Я подтягиваюсь. Ты дебил? Что-то по радио на рекламу сегодня. Ай, на алкашня.
Да не алкашня мы на шашлыки приехали. А, ну тогда шашлышня. Ладно, погнали мы жарить. Слушай, а кто эти двое? Почему они в масках? Может, это сейчас модно? И откуда у нас это все? Вот мудаки. Не надо так говорить. За базаром следи. Базар в безопасности. Дебил. В Казани задержаны грабители в масках. С места событий передает наш корреспондент Москит Качан. Двое грабителей в масках задержаны сотрудниками охраны. Следователям до сих пор не удалось установить их личности. Эй, начальник, не сними. Убери камеру, эй. Маски снимите, бля. Не будем мы ничего снимать. А не снимем, снимем мы, бля. Двое здоровых парней, как вы наступили-то на эту скользкую дорожку? Короче, у нашего друга недавно была свадьба, и мы там невесту украли. Вот, нам понравилось, и накрутилось, завертелось, мы банк ограбили, короче. Мы Ашан ограбили. Банк он ограбил, да. Тут боевший. Футболку верните, дебилы! Дебилы! Одновременно. Ой, мама, момент на меня газует. Палочки что-то колут. Как мягко подсказать, он за мной летует. Спасибо. Спасибо. За что происходит? Да у него дыря, он пиздюлей раздает. С днем рождения, брат. Алло, Равиль, я не могу завести машину. Слушай, ну попробуй с толчка завести. Ты что делаешь? Я с толчка машину завожу. Ты дебил? Ты же на пассажирском сидишь. А-а-а!